Привет, с вами Глеб. Сегодня я вам расскажу о игре Flip the Gun. Сделала ее группа Play Gundry. Игра хорошая, музыки нету, звуки есть. Звуки, когда ты стреляешь, нажимаешь на курок. Механика этой игры. То, что ты берешь, нажимаешь на экран пальцем, и у тебя от твоего оружия идет выстрел патрона, и вот так вот у тебя как можно выше взлетает вверх твое оружие. Есть ускорение, монеты и перезарядка. Графика у нее такая хорошая, качественная. И мне кажется, разработчики очень постарались над ней. И в топ популярных бесплатных она стоит, занимает все три места. Первое, второе и третье. На четвертом там уже другие игры. И весит игра 200 мегабайтов. То в этой игре есть 15 видов оружия. С игр разных или вообще с фильмов, с ваших любимых. Ограничение по возрасту 12+. Я не понимаю, почему. Вот это добивает. Мне вот уже 11, а 12+. Игра, не знаю. Вот посмотрите, у меня она такая, вообще не опасная. Это можно ставить где-то 0+. Да не, может не 0, но 3+ это точно можно ставить. Но 12 это не перебарщит. Мне кажется, это поставили, кто продавал, ну не кто продавал, Play Market, потому что оно типа считает, что стрелялки все это 12+, поэтому только в 12. Ну я не знаю, я качаю стрелялки разные, не 12+, потому что 12+, качаю 18, потому что есть безопасные, такие интересные. Минусы в этой игре, конечно, хочу сказать, у меня только один. Может, вам еще много найдется, но у меня один. Этот минус, не хватает никакой ни мелодии нету, ни музыки. Просто вот это нажимание на курок есть. Вот этот один минус меня огорчает очень. Я даю этой игре оценку. Тут есть до 10 максимум, а мне хочется не 10 ставить, а 12. Потому что очень хорошая игра. Эта программа доступна на Android и iOS. Рекомендую вам ее всем качать. Самое главное, ставьте лайкусики, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть самыми первыми попасть на видосы. И желаю вам всего самого лучшего.